Концерт «Руки вверх» начался с песни «Когда мы были молодыми». И это неспроста, подметил Сергей Жуков. Сегодня будем вспоминать первые школьные дискотеки. Выпускные. Я не знаю, пионерские лагеря, турбазы, где это все это происходило. Естественно, наберитесь сил, потому что мы сегодня вам приготовили самое лучшее и самое вкусное от группы «Руки вверх». Вы готовы? Помимо хитов 90-х и 2000-х, музыканты представили и новые песни «К черту эту гордость», «Плачешь в темноте». Но больше всего зрители ждали любимой композиции. «Крошка моя», «Он тебя целует», «Ну где же вы, девчонки?» Зрителей ждал сюрприз – выступление группы «Отпетые мошенники». Артисты также исполнили свои популярные песни «Люби меня, люби», «Граница», «Обратите внимание». Почти в конце концертной программы прозвучал самый первый хит группы – песня «Студент». Композиции уже 23 года. Сергей Жуков назвал себя счастливым артистом российской эстрады, ведь его музыку слушают уже 3 поколения. Фанаты группы «Руки вверх» самого разного возраста – от 16 до 45 лет. Очень люблю эту группу. Выросла на ней буквально. Очень нравится. Я засиделась в декретном отпуске, я просто мечтала отдохнуть. Концерт получился великолепный, я просто благодарна. В этом году попали, нам круто, очень все понравилось. Ну, 21, ладно, самое такое число, да, нейтральное. На 20 не попали, на 21 пришли. Как «Руки вверх» изменились? Нет, мы с ними ровесники. Они с нами, они с вами, мы с ними. Концерт очень замечательный, все понравилось. Мы приехали, проделали большой путь, чтобы просто побыть на этом концерте. Прекрасный концерт. А почему «Руки вверх» любите? Ну, не знаю, это песни моей молодости. Мы уже 4-й год ходим на этот концерт. Екатерина Хига, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.